К другим темам. Юным ангарчанам Музея Победы торжественно вручили паспорта. Церемонию приурочили ко Дню защитника Отечества. Поэтому среди получателей исключительно юноши. Главный документ школьники получили от заместителя начальника УМВД Ангарска. Мои впечатления, то есть положительные. Я именно стал официальным гражданином России. Теперь, в принципе, я могу, то есть через несколько лет уже участвовать в выборах. Для меня паспорт – это билет во взрослую жизнь. Очень важное событие, к которому я готовился 14 лет. На церемонии ребятам также рассказали об ответственности за свои поступки и важности получения документа. В этот день паспорта вручили 45 школьникам.